Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, очень экстренное включение, потому что сегодня я вам расскажу о обновлении 0.11.0, и вся инфа от разработчиков взята с их официальной группы. Так что, ребята, вы просто обязаны за это поставить огромный лайк и подписаться на мой канал, потому что сегодня будет просто лютый трэш, потому что я нашел пасхалку. Возможно, ее уже кто-то нашел до меня, но, ребята, я ее тоже нашел. Ну что же, давайте для начала рассмотрим, что же вообще должны добавить, что же должны изменить, и в конце этого видео я вам, ребята, расскажу о пасхалке, с помощью которой вы, ребята, узнаете возможный будущий нож. Если я ее правильно понял, то там охренеть как круто, потому что я узнал, какой нож добавят в будущем обновлении. Ну что же, давайте о всем по порядку. Вчера в 23.00 в группе, в официальной группе был пост. Событие Туерос закончено, а это значит, что пора рассказать о новом обновлении. И разработчики приоткрыли занавесу и нам рассказали то, что они планируют добавить в будущих обновлениях. Первое — это бета-версия рейтинговых игр. Да, ребята, это всего лишь бета-версия, но это уже очень много говорит, потому что именно в этой бета-версии мы, ребята, попробуем и узнаем, что такое ранги. Мы узнаем, что такое калибровка. Калибровка — это когда вы играете одну игру, и по истечении этой игры вы, ребята, повышаете свое звание. То есть, чем больше вы играете, чем больше вы калибруетесь, то тем выше у вас звание. Ну или ниже, все исключительно зависит от вашей игры. То есть, чем лучше вы играете, тем выше ваш ранг, чем хуже вы играете, тем ниже и хуже ваш ранг. Поэтому все зависит только от вас и от вашей команды. Ну а далее в списке наших обновлений идут кланы. Почему именно они? Потому что кланы ждут все. Реально ждут все. И жду я, ждет ТикТак, ждут другие ютуберы. Знаете почему? Чтобы потом объединить своих подписчиков в кланы и устраивать войны кланов. Это, ребята, новый контент, это новый уровень, и это действительно очень годно. Плюс ваш клан не сможет вступить любо кто, в клан можно будет вступить только по приглашению. Это, ребята, самое главное, потому что сейчас мой клан бойскауты может вступить любой из вас. Просто делать приставочку к нику BS, и все, вы уже в моем клане. Это, ребят, неправильно, так не должно быть, и поэтому я жду новые кланы, и все их ждут, потому что это означает то, что будет новый контент, будут турниры, будут новые видосы, и это, ребята, очень круто. Далее у нас идет новое огнестрельное оружие. Ребята, честно говоря, я не понимаю и не предполагаю, что это может быть. Пожалуйста, напишите именно вы в комментариях, какое оружие добавят в следующем обновлении 0.11.0. Просто, ребята, напишите ваши предположения, мне будет очень интересно почитать. Далее у нас идет новый интерфейс, но по поводу нового интерфейса я скажу так, то что ничего нового ждать не стоит, потому что мы уже видели скриншоты этого интерфейса, кто не видел, я сейчас их прикреплю, и там уже, ребята, ясно, что будет, как будет, и, честно говоря, интерфейс просто богемный, он офигенный, потому что я раньше думал, что вот этот нынешний интерфейс, он классный, но когда я увидел скриншоты этого нового интерфейса, я, ребята, просто в шоке, у меня нету слов, потому что интерфейс просто опупенный. Ну а теперь самое интересное, это то, о чем никто из ютуберов не говорил, это, ребята, добавят новый режим наблюдателя. И знаете, почему это хайп? Знаете, почему это круто? Да потому что при помощи этого режима наблюдателя можно будет устраивать полноценные турниры в Stand of 2. Вы просто представьте, насколько это круто. Устроить полноценный турнир прямо на стриме. Блин, ну это охренеть как круто. Поэтому за это надо поставить реально лайк. Ну а теперь время крутых пасхалок. Ребята, посмотрите на эту картинку, и что вы тут видите? Вы видите чувака в стендофе, который ловит бабочку. А вот теперь подумайте, какой же новый нож добавят в будущем обновлении? Понимаете? Да черт возьми, это же нож-бабочка. И возможно, если я правильно понял, это, ребята, отсылка к тому, что в будущей коллекции добавят новый нож-бабочку. И это очень-очень круто. Если я все правильно понял, то, ребята, это просто пушка. Как вы думаете, я правильно понял или нет? Напишите об этом в комментариях. В принципе, ребята, на этом все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я извиняюсь, что в этом видео такой плохой монтаж, потому что это экстренное включение, и мне надо максимально быстро смонтировать и выложить данное видео. Ну что же, всех люблю, всем удачи, с вами был ваш Кент АПК. Напишите в комментариях, какое обновление вы ждете больше всего. Всем удачи и всем пока.